Я хочу управлять техникой, блядь, а не смотреть, как техника едет. Давай обратно тенге, сука. А я опять затуплю, мои нервы снова сдают. А я опять затуплю. Собак? Ай, хуйню скачал, долба. 20 000 тенге потратил, долба. Я хочу, да. Сейчас будет челокос. Челокос будет всегда. Итак, с вами. Сейчас я вам научу правильно управлять техникой. Да, сука. Обновление установлено! Да мне похуй. Итак, Формула 1 Манагер 23. То есть на вид бочка. Футбольчик нахуй. Championship title. Я знаю, Пена, bringing home знаю, the Constructors Championship. For the first time since 2013, the new season will see the continuation of... Поток без батуа — это как чистого воздуха глоток. Я хочу, знаешь, кого быть? Red Bull не хочу. On paper, Ferrari had a... Ferrari не надо. А чем 33 лет не от него отличаешься? Или 30 лет? Какого хуя путают возраст? Сколько пили? Сколько пили? 33? Батуа, ты его точно знаешь? Или Пена пусть ответит? Пене 29 лет. Какая один хуйло, хи-хи-хи-хи-хи. Пене 29 лет, 93-го года. They've done it before. And they know exactly what it's going to take. Я хочу либо, а есть BMW Club? In Alpine's debut 2021 season, they finished fifth in the championship. And in their 2020... A frustrating finish... Сухач трюкач. Ну и так, хуй. О! Не, погоди, как без обучения, если я ничего не знаю. Давай по новой. You must be our new team principal. It's so great to meet you. Вы должно быть новый директор нашей команды. Приятно познакомиться. Приятно, Шпашенко. Я в том на Валерия Бетовича, муж Нелли. You're joining us at a pivotal time here at Mercedes. We've been top of the game for too long to say in this area. Я понял, Mercedes. Так, подготовка, бог, это продолжаем, погнали. Сейчас попрет, важный входящий задание. Обязательно пройди опущение. Пропуск. Так, а Анна Бурун. Сейчас, подожди. Сообщения приходят постоянно, потому что я самый лучший гонщик. Все хотят, чтобы я у них участвовал. Тренировки. The pit crew were always so хорошо, busy механики, training. Just bear in mind. Я понял, я мне надо не было. Я понял, я все разберу. Нахуй рассказывать, хуйло, блядь. Ну просто скажи, дай технику, дай машину. Скажи, нужно из точки А в точку Б приехать за такое-то время. Подготовка команды, да, 31 день, ебать, тренировки, ебать. Иди ты нахуй со своей тренировочкой. Я не хочу тренироваться, когда я хочу драться. Ладно, хорошо, я готов участвовать в гонке. Месячный заработок. Сколько, блядь? Фу, да хоть в жопу, хоть куда угодно, поехали. Пена, тихо. Ну я понял, как запустить технику. Не, ну я понял. Давай. Targeted development. If you want to direct your staff to focus on specific areas of their development. Не, я понимаю, как завести технику, допустим. Не, я понял, ну все прекрасно, да. А как поехать-то? Как поехать? Как мне начать гонку? Я не понимаю. Трассы, вот, пожалуйста, трасса. Любую трассу просто оказывается. Гонка. You can take a look at sponsorship performance targets here. Так. Let's introduce you to the team. Блять, а что так дохуя всего? It's not just the fastest car that makes. Не, я понимаю, это все хорошо. Машины где выбрать? Я уже хочу в бой, типа, участвовать. Ну, погнали. Чего, блядь? Это пиздец. Чё так дохуя всего здесь? Для чего?
Минуты назад, час попрет. Два дня назад, час попрет. Год назад, час попрет. 10 лет назад, час попрет. Так и прем, вот до ржавого кентавра до перли, что дальше? А, ржавый дровелет. Стул на колесах. Стул на колесах, это тоже неплохо. Ну, согласись бы. Стул на колесах. Ты когда-нибудь видел стул на колесах? Валера, это не Need for Speed, Алла. Это менеджер F1. Ты понимаешь, что тут делать надо? Не руль крутить, а так чё? Сказать. Here we go, folks. Да? А ничего, что я сейчас начну баранку крутить, чел? In Bahrain. Fantastic weekend of Grand Prix racing. Сейчас крутить буду. Welcome to your first race weekend with the team. A normal race weekend, once you're ready... В смысле, б***ь, не гонка? Over here is our race. Это гонка, там нам машина нарисована была. Feel free to look at the run plan. Там машина на заставке нарисована была, дебил. В смысле, не гонка, блядь? Я хочу выбрать гонку. Там машина была на заставке, сука, нарисована. During race weekends, as it's your first race weekend, you should let the team handle the practice sessions. Где машины, б***ь? Ты чё, блядь, издевайся, технику дай мне, сука. Ты чё, дурак, что ли? Где машины, чел? В смысле симулятора, не гонки? В чем разница симулятора и гонки? То есть я должен симулировать гонку, типа я сейчас еду и все? Или что? To help maximize having your drive whenever you manage practice. Где машины, долба? Let's hope the teams took full advantage of practice. It's time for qualifying. Right. Time for qualifying. Да ты ебать издевайся, да дай технику дал. Чё за хуйня? Где машины, ебать? Это в вашем поколении было мужественно. Конченное поколение. О, пошло! А я чё? 0-0-0 тенге, да? Машина была нарисована. А если на заборе хуй нарисован? Так ты стай, формула, ебаная машина! Как, сука, игра про формулу может быть без машин, ёб твою мать! Ну почему в этот раз ты затупил еще до покупки игры? Сука, 20 тысяч тенге, блядь, отдал! Хотел погонять на машинах, почувствовать дорогу! Где моя руляшка, блядь? Я хочу сидеть у руля, блядь! Шо я, блядь, купил себе за 20 тысяч тенге? Пойму, где машины, ёпта? Я хочу управлять техникой, блядь, а не смотреть, как техника едет. Ебать, давай обратно тенге, сука. Давай тенге на возвращай, мразь. Как в тенге вернуть мне теперь? Свойства, что нажать? Куда нажать? Где тенге забрать? Пацаны, как вернуть тенге? Я, блядь, не буду в это играть, это вообще чушь какая-то. Где кнопка обратно тенге вернуть? Где эта штука? Пасеки. Я тут еще делюкс-версию крутую купил за 23 тысячи тенге. Как забрать тенге? Поддержка, удалить игру. Поддержка. Управление. Добавить избранное. Свойства. Сука. Параша не игра, говно, говнище. Там написано манагер, а не менеджер, да оп. Я думал, что это типа на машинах с формулах ездить. Ву-ву-ву-ву. Я хочу запросить возврат средств. Да. Я хочу запросить возврат средств, чел. Да, я хочу. Времени в игре 28 минут. Да. Проблема. Неинтересно. Куплено по ошибке. По ошибке, а очень большой ошибке купил. Боже. Так, у вас запрос на возврат средств. Окей, все, пасеки, сейчас вернут мне деньги.